Тамара Семина утратила возможность самостоятельно передвигаться. Тамара Семина с трудом передвигалась на церемонии прощания с коллегой. Неизвестно, где именно актриса получила травму, но ходить она может только с помощью специальной трости. Также звезду за руку поддерживал мужчина. 81-летняя Тамара Семина в последние годы крайне редко выходит в свет, и все же пропустить похороны коллеги Ирины Печерниковой она не смогла. Артистка прибыла на церемонию прощания в сопровождении помощника. Опираясь на руку молодого человека, актриса прошла в зал, где шло траурное мероприятие. В другой руке у нее была специальная трость. По словам очевидцев, актриса двигалась с трудом и очень медленно. Сейчас Тамара Семина крайне редко снимается в кино, хотя ей и предлагают роли. Она снизила творческую активность после того, как у ее мужа Владимира Прокофьева случился инсульт. Сама Семина свои проблемы со здоровьем не комментирует. После прощания с Ириной Печерниковой актриса сразу же уехала, ни с кем не попрощавшись.